Hello, my name is Риман. Сегодня у нас обзор на новенький X-Bay от компании X-Bay. Это Viper Tail от компании X-Bay. Я его взял себе вообще для кастома, но я подумал, что пока что его не буду кастомизировать. Я дождусь, когда приедет мне Viper Tail от M.Cook. Кстати, да, я его заказал, чтобы сравнить, кто лучше, M.Cook-шный или X-Bay-шный. У меня уже была такая рубрика с Драмспортом, но посмотрим, как это будет с Viper Tail, но это в будущем. Давайте сейчас посмотрим на Viper Tail полностью от компании SB. Верхний слой Viper Tail. Чем отличие от Такары, это то, что тут не написано Beyblade X, а написано BX16. И получается, мы знаем, что он 16-й типа серии, типа X. Цвет получается у него оранжевый, и видно, что узоры как чешуйка. Это краски видно очень хорошо сзади. И это сделано очень круто. В принципе, вращается очень хорошо. Это выносливый тип, я забыл сейчас сказать, то, что это получается второй выносливый тип после Wizard Arrow. Wizard Arrow, конечно, не очень такой выносливый, но этот поинтереснее, потому что из-за необычной формы его даже используют как атакующую сборку, потому что на атаку Viper Tail тоже себя показывать неплохо. Я, может быть, если смогу, то сделаю какие-то комбинации с Viper Tail, ну, на атакующую сборку, если вам, конечно, это интересно. А раньше у него 5.80, и это, по-моему, настоящий 5.80. Давайте мы сравним с 3.80. И я, по-моему, вижу, что да, это настоящий 5.80. То есть тут это настоящий оригинальный Ratchet. Такой Ratchet первый вышел у... Хотя они как бы одновременно вышли, но да, первый, наверное, вышел это у Leon Krona. Это под 5.60. И вот 5.80, типа высота, видно, что он выше. Цвет очень красивый, то есть оранжевый прозрачный и синий такой голубой матовый. Вот так, вот. И это классная звука для такого красивого рейча. Бит Orbit, но тут ножа не Orbit, а Bomb. SB, как всегда, схалтурили и поставили бит от Wizard Arrow. Это грустно, но будем смотреть, как он будет себя покажет. Может, себя даже покажет лучше. Но M.Cook, кстати, сделали настоящий орбит. То есть драйвер, который меньше. Ну, то есть оригинальный. И из-за этого я как бы взял его, чтобы посмотреть, как он будет, кто лучше. Такой же бит уже выходил у сайте, получается, BX08. Где был Hellside. И там был такой же бит. Типа, они одинаковые. Вот. В чем только разница, я вам скажу, то что у SB, типа, вот как оригинальные выносливые битвы вылет, а вот как SB-шные, как атакующие. Ну, это все, что я могу рассказать про битпойн, бол, хороший выносливый бит. Вот он весь Viper Tail, давайте соберем. Viper Tail, ну, в принципе, вот такое. Теперь у меня вся команда Zooming, или как они там, я не помню, я уже забыл, как команда называется, господи, короче, вся в сборе, вот. Круто! Ладно, погнали, посмотрим, потестируем Viper Tail, как он будет себя показывать против остальных, просто уже интересно, как это будет. Начнем битву с выносливости. Dead Arrow против... Погнали, погнали, давайте, let's go, let's go! Кто из них выиграет? Добиться достойкости. О, 1-0. Если кто сможет сделать, выиграет, тоже выиграет.
Не, Viper Tail. Viper Tail. Сейчас недалеко от BF Multi. Чил. Wizard Tail. Ой, Viper Tail. И Viper Tail останавливает на чилда. И становится счет 2-0. Да, 2-0. Viper Tail на чил. Viper Tail выиграл. Продолжим. Мульти. Айдон против Viper Tail. Viper Tail взорвался и на Атланс выиграл. Ух ты! На этом использовал экстрим. И все равно не смог выиграть. 3-3, господи! Давайте проведем финальный раунд. Кто же выиграет? Viper Tail или Nightland? Тоже защита или мульти, или вот это, я не помню. И Viper Tail выигрывает. Viper Tail против Heartbreaker. Viper Tail. Шаркейдж побеждает. Viper Tail. Лина Холл. Ха, интересненько. Лина Холл. Рина Бёрст, Viper Tail
Давайте закончим с командой. Тоже выглядит змея или лев. Вайпер тейл. Блин. Давай, дорви его. Зовите кто-нибудь туда. Не, вайпер тейл выжил. Леон Хром выиграл, Вайпер Тейл, ну, в этом раунде. Вайпер Тейл, Вайпер Тейл. Леон побеждает. Хэтай! Экстрим! Ого, я всегда сделал экстрим. Но все равно победитель, скорее всего, будет это не Хэлсайд. Ну, мне так кажется. Или Хэлсайд. А ну-ка. Да ладно, Хэлсайд. Давай поставим, прошу по этой зоне. Офигеть. Да ладно. Счет пока у нас 2-0. Что, 2-0? Да ладно, Вайпер Тейл. Почему? Давай. Не, они будут, все. Тут битва настолько. Встреча Вайпер Тейл здесь выиграет сегодня. Пока счет 2-0, но все равно. Вайпер тейл, давай, вайпер тейл, держи. Мне не нравится переход событий. Почему? Вайпер Тейл. Опа. Смотрите-ка. Счет 2. Нет, 3-3. Они чуть не вылетели. Оба. Опа. Ядовитый змей смог одолеть Хеллсайта. Давайте. Гранта. 2-0. Это хорошо. Охренеть. Тут я делаю ничью. Объясню почему. Он и вы, хоть и выкнул с ринга, но при этом бит, он тебя подорвался, он взорвался. То есть мы сделали это как ничья. А ну-ка. Это был красивый экстрим финиш. Мне кажется, надо посмотреть, как это было еще раз. А ну-ка. Счет у нас 3-2.
Ну и остались два безумца, я бы так бы сказал. Давайте начнем с самого безумного красавца. Это Майкл и Брэдфорд. Брэдфорд, делай стрим. Сокрушительная победа за Вайпер Тейл. Вайпер Тейл или же Дракон? Вайпертейл, счет 3-3. Финальный раунд. Вайпертейл. Кстати, оба от СВ. Они же оба от СВ. Битва из СВ. Я только сейчас до меня дошел. И походу Дрансфорд проиграл. Да, Вайпертейл стал сильнее. И как бы Дрансфорд, на жаль, проиграл. И остался самый прогрессивный. Кстати, я как и говорил, я так и сделал. Кобальт Дрейк в его новых цветах. Вайпер Тейл. Кобальт Дрейк. Экс. Вайпер. Ты что сделал? Сам себя выкинул. Вот это сила в Кобальдрейке. Вот такой получился обзор на Вайпер Тейла от компании ISBI. Вам самим выбирать, брать его или подождать, когда я сделаю, например, обзор на МКУшного, потому что МКУшный ко мне тоже должен приехать, и уже там решать, типа, стоит кого брать, СБшного или МКУшного, потому что сравнение будет очень жесткое, я честно скажу. С вами был я, Антон Лимон, обзор на Вайпер Тейла, всем удачи и всем бай-бай.